Вітаю, це моя професія і я ваша дівчинка блонда. Просто зараз гуру української моди Серж Смолін розкаже, на який одяг від молодих українських дизайнерів варто звернути увагу, а яким взагалі не треба засмічувати власну шафу. Зіркові фешн-агенти Лана та Ден на показах New Names та Fresh Fashion. От вам є мішок і зробите з цього шедевр. Сумки, подушки, так, да, це наше изобретение. Молоді дизайнери навчились шити, і це вже добре. Ближче до фешн. Серж, дякую тобі велике, що ти сьогодні з нами в студії. Ми можемо з тобою повністю поспілкуватися і поговорити про всіх українських дизайнерів, але молодих на цей раз. І перший наш сюжет буде про дизайнерку на ім'я Влада Назік. Я бачив роботу Влади Назік, у неї високе качество, у неї хороше обладнання, у неї хороший колектив. І те, що вона робить в сенсі художественному, теж має такий же відпечаток. Я з Владою познайомилася не так давно і вразило незвичність розуміння жіночного стилю. У сучасної жінки багато діл. Їй потрібно, щоб одежа була комфортною, але в той же час не кожна жінка хоче бути жінственною. От така юбочка, цікаво. Як би все прикрито, але з іншої сторони ні. От у моєї бабусі, кстати, було щось похоже. Возвращається, да. Ну, я вот такое люблю. Можно было бы с собой прихватить на хит-парад. Шкіра, хутро, фатин, трикотаж. Колекція «Осінь-зима 2016-2017» бренду «Влада Назік» має гучну назву «Evolution». Отклик вот этой вот агрессивности, которая несет повседневная жизнь, хотелось как-то ее продемонстрировать. И с помощью люверсов, с помощью молнии, скорее всего, что удалось. Мне на самом деле кажется, вот эти вот железные кольца, они уже давным-давно ушли далеко-далеко. И молния сзади, да? Не соглашусь с нашей телеведущей, моей коллегой М1, потому что кольца – это сейчас актуально в Prada, потому что ремни и молнии – это актуально всегда в Tom Ford. Вот, эта коллекция полностью в тенденциях современных веяний и течений, потому что сейчас рок-гёрл. Что связывает с роком? Молнии, косухи, люверсы, шипы, всевозможные необыкновенные крои. Вот это все мы сейчас увидели. Поэтому мне нравятся темпы у Влады Назик. Следующая наша девушка – это дизайнер Надежда Юркит. Они вместе с Ваней Фроловым победили в конкурсе «Новые имена», который был в Одессе. Хорошо, давай тогда смотреть. Вийшла колекція така бунтарська справді. Я б її одягала таких студенток, сміливих, тому що у нас такі сміливі принти, очі і голови. Ну, цей наряд дуже глазастий. Ми співпрацювали разом з ілюстратором над принтами до колекції. Вийшло щось таке. Надіюсь, сподобалось усім. Це чудо, я би промотав. А ось побачивши капелюшки з войлоку, Ден пожвавішав. Модна тенденція, шляпка унісекс. Парелу би понравилось точно. Надія Юркіф у колекції «Осінь-зима» надала перевагу натуральним тканинам. Це шерсть, це бавовна з крапленням льону. Акуратно ухожена, цікавий образ. Ровні ноги, що це немаловажно. Видно, що я смотрю, як настоящий цінитель моди, да? Дуже задоволена, щаслива. Це мій дебют на Ukrainian Fashion Week. Будемо працювати далі, будемо рости, розвиватись. Круто. Круто, да, на самом деле, это очень парижская коллекция. Она выполнена в стилистике веселых картинок аниме и принтов. Это то, что сейчас молодежь, и не только молодежь, носит по всей Европе, по всей модной Европе. И, как мне кажется, эта девочка очень прогрессивная. Уже даже потому, что она делает аксессуары в свою коллекцию сама. Посмотрите, какие шикарные были капелюхи. Далі у моє профешн. Сумки, подушки, да, это наше изобретение. Здесь эмоции вызывались прозрачными элементами. Агрессивными сосками, будем говорить так, как есть.
Мы переходим к самому сладенькому такому майскому имени дизайнера Ольга Мэй. Она вообще вдохновляется небом. Закаты и рассветы, что отображено в цветовых решениях, облачные такие легкие формы, силуэты. Интересно, вот как у нее получится это сделать на подиуме, потому что сейчас зрители будут смотреть не в небо, а на моделей. Я очень люблю просторную одежду, но не все на мне ее любят. Для осінньо-зимового одягу Ольга Мей використала виключно натуральні тканини і декорувала романтичні луки аплікаціями з шерсті. Сумки-подушки, да, это наше изобретение, пока не запатентировано, но это очень удобная штука для самолета, допустим. Подушка-подружка, если вдруг вырубит где-то, да, по пути. Идея про подушку-сумку – это прикольно, потому что недавно украинские дизайнеры разработали сумку для багета. То есть это вот такая огромная сумка-чехол, и всех французов это порвало в клочья, потому что они не могли додуматься про кожаную сумку для багета. А вот, кстати, интересный материал напоминает дорожку, такую ванную. Я ужасно не люблю зеленые колготки, для меня это такой антисекс, честно говоря. Возможно, это только мое мнение, но сразу навеивает каким-то... Шрек-стайл. Если анализировать эту коллекцию, вот давай вместе подумаем, давай. Украшает это одежда девочек? Вот интересно мне представить, например, меня. 1,62 м в кепке на коне, и плюс еще имея формы. Это, наверное, будет немного... Особенно еще колготочки цветные при этом одеть и низкий ход. Смотри, я не против цветных колготок. По колористике некоторые луки были великолепны. Вот она как художник, вот колорист, иногда она разбирается очень красиво с цветом, но это только как в полотне. Но это полотно она надела на девочек. И вот тут задаешь вопрос, продаст она это или не продаст? Купит у нее девочка или не купит? Захочет она пойти в таком на свидание? Потому что мальчики, вы поверьте, мальчики на такую девочку просто не обратят внимания. Следующая дизайнер, она училась в Лондоне, и эту девушку зовут Алена Ляшчук. Вот интересно нам сейчас посмотреть, как бы с образованием свежим, таким английским, вдохновляясь улицами этого удивительного города, вот что же она такого интересненького нашила-то? Давай смотрим. Я когда ходила на учебу, нам говорили, вот вам есть мешок, вам изоленты, вам мусорные пакеты, и сделайте из этого шедевр. Мешковиднообразные платья выглядят... По мне очень оригинально, так по-народному. Когда ты сочетаешь мешок и шифон легкий, это смотрится интересно. Она цельная. Вот. У меня есть вопросы к пошиву, к качеству, к выбору материалов, но такие вопросы у меня есть практически каждому из молодых дизайнеров. Это нормально. Уся коллекция бренду Ляшчук выполнена у двух кулерах. Это мои самые любимые цвета. Мне кажется, что красная тона – это, наверное, тренд этого сезона. Вон, трусики просвещаются. Попка немножко заживала. Ну, бывает. Не видели, да, сейчас? Ну, бывает. Лен, ну, я, если честно, не знаю, вот позволила бы ты себе выйти в таком наряде? Вот самое смешное, что все как-то так реагируют, как будто я только один увидел грудь сейчас. Ее никто не видит в упор. Люди, она с грудью обнаженная идет, вы что? Класс, грудь идет голая, ну, Дэн. Вот удивительно, да, вот девушка, которая училась в Лондоне, ну действительно, она создала прикольно. Очень классная идея, мешковина и шифон. Все очень грамотно, но слишком академично. Да, контраст очень прикольный. Натуральные, неблагородные материалы в сочетании с благородными материалами, с дорогими шелками, шифонами. Было бы круто, если бы она еще добавила на эту мешковину какие-то крупные камни, либо стразы. От этого образы были бы завершенными. То есть коллекция, ну, как по мне, она не закончена. Там нету последних штрихов, вот этих мазков, которые может сделать только художник. Не пропустить! Сейчас мы увидим грудь, если повезет, подожди. Давай. Мне вот эта прическа напоминает куртки Спаниэля. Я считаю, что истинная красота в несовершенстве. Следующие ребята. Их название Дастиш Фантастиш. Это, конечно, очень громко заявляет о себе. У них очень много футуристических взглядов. Называется драк. На данный момент самая главная зависимость у каждого человека – это сеть. Какие
какие-то, они очень злые. Мне кажется, злые снаружи, но добрые. Добрые внутри. Девочка с буковкой О впереди и с буковкой О сзади. Ну, это значимо. Стиль киберпанк. Вся коллекция из балахонов. В такой пижаме я бы ходил. Штекер в голове. Я думаю, очень удобно использовать зарядку для телефона. Нет, это аксессуар коллекции, это подчеркивание того, что мы все находимся в сети. Дизайнеру бренду Dastish Fantastish, як завжди, вирішили зробити яскравий акцент у своїй колекції і цього разу обрали помаранчевий колір. Ткань в основному синтетическая, нейлон. Сейчас мы увидим грудь, если повезет, подожди. Давай, есть? Знаешь, коллекция прикольная, очень классные парни, красивые, молодежная, конечно. Интересная штука веселая. С этой головой, да, и вот грудь даже Дэну удалось углядеть, там у девушки оголенную вот вставлена была в косухе. Ну, как бы молодежно, агрессивно, и тем не менее, как бы дает возможность нашим парням выглядеть нечетно. Это тенденция новой поп-культуры, да, это как раз для скейтеров, для молодежи, вот это как раз для студентов, и я бы сказал, наверное, даже для школьников больше. Еще один дизайнер с очень сложной фамилией – Едвига Нетыкша. Она уже победитель конкурса «Погляд у майбутнє». Отлично. И она выиграла бесплатно, а это не очень дешево, бесплатная возможность участвовать в Ukrainian Fashion Week. Пожизненно? Да нет, на один год. Эта коллекция про меня, как все мои предыдущие коллекции. Это состояние души, это закрытость. Но в то же время капитальная открытость. Очень оригинально. Мне кажется, сейчас появятся крылья, и он улетит. Мне нравится то, что она работает с мужской одеждой. Возможно, это достаточно провокационно, но так как это ее только самая первая коррекция, это нормально. Я бы, если честно, испугался за своего ребенка, если бы увидел в радиусе 100 метров вот такого молодого человека. Свою коллекцию юна дизайнерка Ядвига Нетыкша присвятила... Мужчине загадки, вы удивитесь. Он самовлюблен, он эгоистичен, но в хорошем смысле этого слова, и он знает себе цену. Что на этот раз? В кого он превратится? Было любопытно наблюдать за каждым из показов, и я желаю детям удачи. Это мужская коллекция, это то, что однозначно тебе абсолютно ближе и твое. Вот Дэн сказал, что ему было бы страшно за своего маленького ребенка, если бы рядом появился бы этот человек в летящем этом плаще. Смотря на эту коллекцию, абсолютно не страшно, потому что весь Париж так ходит. Все трансформеры, очень интеллектуальная одежда, они всегда очень красивы. Просто зараз. Мне вот эта прическа напоминает костюм Спаниэля. Я считаю, что истинная красота в несовершенстве. Следующий наш дизайнер – Юлия Перекрестова. Весь свой внутренний мир она передала в этой коллекции, прям весь до остатка. Потом. Посмотрим. Угу. Коллекция называется «Sensation». Я считаю, что истинная красота в несовершенстве. Этот мне нравится наряд. Тебе нравится отсутствие чего? Да, того. Вот одеяло с поясочком. Ткани, шерсть, шелк, катон, креп. Эта коллекция сложная в хорошем смысле этого слова. Как мастерски, она структурирована, да, деталями, она гармонична и графична, и настолько носибельна и креативна. Правда, она сделана профессионально, и как для молодого дизайнера она великолепна. Все шло от души, все шло эмоция, никаких сложностей не было. Я, конечно, могу немного обидеть, но мне вот эта прическа напоминает Фоксер Спаниэля.
Стилист причесок я. Может быть, многие не поняли, что прически – это не всегда дизайнер говорит о том, что одевайте эту одежду с такими прическами. Просто в формате шоу самого кэтволк, она, дизайнер, решила, что вот именно так она хочет видеть головы своих моделей. А вот как раз по поводу причесок мне понравилось, потому что при всей вот четкости, грамотности и многослойности вот этот беспорядок на голове, вот этот вот взрыв, он только подчеркнул и усилил воздействие коллекции. Молодых, талантливых достаточно много. И мы сможем еще и смотреть, обсуждать и обсуждать. И, конечно же, мне вот будет очень интересно посмотреть на Ukrainian Fashion Week через 10 лет. И мне тоже. А за вами была я, ваша девушка Блонда, и це моя профессион. Побачимось. Дивіться у наступному випуску «Моя профессион». Усе про найяскравіші луки Тіни Кароль за 10 років творчої кар'єри. Мені кажеться, взагалі не важливо, во що Тіна одета. На який ризик йшла неперевершена співачка заради стильних перевтілень? Та чим Тіні Кароль вдалося викликати сльози у завжди стійкого Макса Барських? Тільки у «Моя професіон» на М1.